С раннего утра в парке имени Александра Матросова начали работать детские спортивные и развлекательные площадки. Малышей развлекали аниматоры, а детей постарше учили рисовать картины и клеить фигурки на мастер-классах. На сцене талантливые мальчишки и девчонки пели и танцевали, заряжая хорошим настроением зрителей. Здесь же будущим первоклассникам глава региона Сергей Морозов вручил портфели и наборы канцелярских принадлежностей, а также пожелал хорошего летнего отдыха. Мы в этом году потратим рекордную сумму финансовых средств, более 600 миллионов рублей, уважаемые товарищи взрослые, на то, чтобы организовать качественный летний отдых. Почти 90 с лишним тысяч мальчишек и девчонок отдохнут в наших оздоровительных лагерях. В разных лагерях. И мы сделали все, чтобы ребятам там было интересно. Во время торжественной части Сергей Морозов подарил многодетной семье Волковых-Сюньковых, воспитывающей 10 детей, ключи от автомобиля «Газель», а другим родителям сертификаты на приобретение школьной формы от местных производителей со скидкой до 20%. Ну, нас не первый год поздравляют, то есть нас приглашают на елки новогодние, дают подарки, спектакли, хорошее настроение, опять же, предновогоднее. И помогает в школу собраться очень тоже плодотворно, я считаю. Потому что очень много денег сейчас надо, чтобы детей прям укомплектовать, так скажем, в школе. Напомним, благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проводится в Ульяновской области с 2005 года. Так, в прошлом году помощь в подготовке к учебному году получили 23 173 ребенка. В этом году акция продолжается. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.